Друзья, я включу сейчас нашу запись. Сегодняшний наш вебинар идет в записи. Я работаю, моя фамилия Масло Владимир, как вы уже знаете. Я работаю вместе с помощником и переводчиком с Ириной. Ja, herzlich willkommen zu unserem Webinar. Mein Name ist Maslow und ich arbeite zusammen jetzt momentan mit der Dolmetscherin Irina. Wir begrüßen Sie ganz herzlich. So. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten, aber es gibt irgendwie so technische Störungen. Ich habe das Skyway-System im Jahr 2004 kennengelernt und ich war ein Vize-Premier in der Stadt in Estland, in der Stadt Tallinn. Мне просто принесли, помощники принесли информацию, я... Die Mitarbeiter, sie haben mir dieses Projekt vorgelegt, ich habe das angeschaut und das war skeptisch von meiner Seite. Und ich habe mir gedacht, dass eventuell, wenn wir über dieses Projekt etwas in 10 Jahren hören, dann werden wir sozusagen Früchte sammeln. Как раз ровно через 10 лет я услышал об этой технологии вновь, и она меня заинтересовала уже достаточно серьезно. В 2014 году я как профессиональный консультант, я имею 3 специальности, одна из них основная, которой я работаю, это я... консультант по экономике и организации управления. Und nach 10 Jahren, im Jahr 2014, fand ich das auch, diese Technologie sehr interessant und ich arbeite momentan als Konsultant, als Berater im Bereich Wirtschaft und auch Verwaltung. Больше. Сначала я вошел в этот проект просто как благотворительно, для поддержки такого, ну, скажем, очень экологичного вида транспорта. Но в связи с этим я дальше все больше и больше стал знакомиться, и практически этот вид деятельности превратился для меня в ближайшее же время, превратился в один из основных видов моей деятельности. An diesem Projekt habe ich freiwillig, sozusagen ehrenamtlich teilgenommen und dann fand ich dieses Projekt sehr umweltfreundlich und in Details habe ich auch dieses Projekt kennengelernt und momentan, das ist meine Haupttätigkeit. Автором этой технологии. Более подробно о нем немножко расскажу. Вот, и это практически убедило меня, что это может стать делом моей жизни. Das hat mich auch dann später überzeugt und ich habe auch Ines kennengelernt, das war das Hauptprojekt in meinem Leben. Таким образом, дорогие друзья, сегодня я как раз хотел бы первое знакомство рассказать вам очень коротко о самой технологии. Затем мы перейдем с вами к тому, что как вообще относиться и как можно инвестировать в этот проект.
или вернее, кто такой инвестор и кто такой акционер. Вот, и практически на этом мы сегодня закончили. Я бы еще рассказал о некоторых как бы, актуальных вопросах. Ganz kurz werde ich heute über die Skyway-Technologie erzählen und danach werde ich euch aufklären, wie man investiert und wer ist der Investor und wer ist der Aktionär. Und dann werden wir kurz die aktuellen Fragen überfliegen und dann wird das Ende sein. Большинство из вас, вероятно, слышали, но я бы рассказал очень коротко о сущности, что такое вообще Skyway. Jetzt werde ich euch heute erklären, was, was Skyway bedeutet und warum ist das so aktuell heute. Не слышу. Вообще не было звука, не было голоса, не слышала. У вас сейчас шумит там или вы в наушниках? Вы в наушниках, да? Да, я в наушниках, но сейчас слышно. Все ясно. Прошу прощения. Анатолий Эдуардович Чинецкий, генеральный конструктор, он же является и автором этой самой идеи, которую он разрабатывает уже более 40 лет. Почти 40 лет, скажем так, пока еще не более. Анатолий Юницкий, er ist auch Generaldirektor und Konstrukteur für diese Technologie und hat schon über 140 Erfindungen. Über 40 Jahre ist er in diese, über 40 Jahre ist, Jahren ist er in diese Branche tätig. Важно отметить и то, что он является руководителем двух проектов Организации Объединенных Наций, ООН. Das ist wichtig zu erwähnen, dass er an den zwei Organisationen ООН teilnimmt. Автор более 140 изобретений. Er ist der Autor über 40, über 140 Erfindungen. Автор многих монографий и 200 научных трудов. Er ist der Autor über mehrere Monographien und über 200 wissenschaftliche Arbeiten. И, на мой взгляд, как человек, он очень посвященный этой идее. Он новейший просто мастер своего дела. Он профессионал, ну, скажем так, всеми клеточками своего тела. Und menschlich widmet sich diese Idee und kennt diese Idee. Das ist mit allen Zellen von seinem Körper, sozusagen. И вопрос, или вернее, как раз, что мы имеем, что из себя представляет технология Skyway? Это транспорт нового поколения, второго уровня. Он состоит из высокоскоростного транспорта. Und wie sieht der Transport aus? Und das ist der Transport der zweiten Ebene. Und zwar besteht aus einem hochgeschwindigen Transport, городской транспорт, aus einem Stadttransport, и грузовой транспорт, aus einem Frachttransport, и Unibike, это так называемый вид передвижения, облегченный вид транспорта, его можно и как видом транспорта назвать. Und das ist, besteht aus einem Unibike, besteht aus fünf Plätzen. Ist пяти, правильно? От одного до пяти, да. Von einem Platz bis fünf Plätzen. Городской. Его особенности. Скорость до 150 км в час. Stadttransport, Geschwindigkeit bis 150 км pro Stunde. Очень большие объемы перевозок в зависимости от задач. Die Verkehrsleistung ist sehr hoch. Das ist von der Zielsetzung abhängig. Интенсивность движения через 2 секунды могут комплексы транспортные двигаться. Разница 2 секунды. Bewegungsintensität ist in einem 2-Sekunden-Takt. И стоимость проезда в 2 раза дешевле, чем метро. Und die Fahrtkosten, die sind zweimal niedriger als in der S-Bahn.
Причем так называемые юнибайки или юнибусы, извиняюсь, они могут быть нескольких размеров и зависит от модулей, сколько модулей используется в этом, в этой конструкции. Здесь трехмодульный как бы юнибус. Раз, два, три. Унибусы в этом билде, они состоят из трех модулей. Следующий идет высокоскоростной. Die nächste Transportart ist Hochgeschwindigkeitstransport. Его особенностью является то, что он, его скорость до 500 км в час задекларирована сейчас. Фактически может быть 600 км в час. Besonderheit des Transports ist die Geschwindigkeit bis 500 km pro Stunde, maximum 600. Достаточно большой объем одновременно перевозимых, до 500 человек может быть одновременно здесь, как бы в одном минибусе. Bis 500 Fahrgäste. До 10 тысяч километров расстояние, которое он может в одну поездку до 10 тысяч километров перекрыть сразу. Die Strecke bis zum 10.000 bis zu 10.000 Kilometer kann erreicht werden. Он может передвигаться и как в городе, так между городами. Die Anwendungsgebiete sind folgende: in der Stadt, zwischen der Stadt und dem Nahverkehr, zwischen der Stadt und dem Flughafen. И на большие расстояния между различными городами, die, тысячи километров. Und große Strecken 1000 bis zu 1000 Kilometer zwischen verschiedenen Städten. Грузовой уникальный транспорт. Его скорость движения 120 км в час. Frachttransport ist auch ein besonderer Transport. Die Geschwindigkeit bis 120 km pro Stunde. Его расстояние так называемого как бы разовой перевозки тоже до 10 тысяч километров. Die Strecke für eine Fahrt bis 10.000 Kilometer. И очень большие объемы перевозки грузов. Когда я задал Юницкому вопрос, сколько может один состав, грузовой состав один раз перевезти? Вот какой, какой груз они могут перевезти? Und die Verkehrsleistung für die Güterbeförderung ist sehr hoch. Und dem Junitski wurde eine Frage gestellt, wie hoch ist diese Leistung? И когда Юницкий мне сказал, что это до 20 тысяч тонн одновременно можно перевозить, так? Юницкий hat geantwortet, das kann bis 20.000 Tonnen sein. То я человек, который ну, немало ездит по Европе по различным целям на автомашине, ездил и езжу сейчас и общался с теми, кто перевозит грузы на больших грузовозах транспортных, да? Und ich bin ein Mensch, der sehr oft in Europa fährt und ich habe viele Kontakte mit verschiedenen Menschen, die auch Güterbeförderung durchführen. Посчитал, что фактически один такой состав убирает с дорог Европы, если это в Европе, и неважно где, убирает тысячу так называемых фур или же большегрузных машин, которые перевозят грузы. Одна такая машина 20 тонн примерно везет. Für so eine Verkehrsleistung braucht man bis 10 LKWs, so große Autos. То есть опять большая выгода. И, естественно, вот этот юнибайк, который можно использовать на так называемых развлекательных и оздоровительных трассах. Also das ist sehr rentabel und auch solche Unibusse kann man auch für verschiedene Veranstaltungen auch nutzen. Юнибайк. Унибайкс, ja. Юнибайк, да. И тут еще есть такая особенность, что юнибайки человек может сам тоже крутить педали и добавлять еще энергии, то есть вырабатывать, почему он и называется оздоровительным, вырабатывать энергию и ее подавать в сеть, которая питает его движение.
Die Besonderheit für so eine Unibike ist, dass die Menschen, die können selber die Pedale treten und dann dadurch wird eine gesundheitliche Energie erzeugt. И теперь самое главное, что фактически, чем отличается транспорт вот этого нового поколения Skyway Transport, сама идея, это есть так называемый струнный рельс. Струнный рельс. Seitenschiene, das ist die Technologiebasis von Skyway, das ist sehr innovativ. String по-английски, это струна. Да, это string, так называемый string, стёк струн. String und Seiten, по-немецки Seiten. Здесь вот эта струна, это есть вот этот пучок так называемых проволок, которые натягиваются между анкерными опорами. Раз, два, три. И крепятся все в пучок, заливается все специальным бетоном, общий корпус рельса, и одевается сюда коронка, по которой колесо бегает. Diese Seiten, die werden in einen Knoten erlegt und das wird mit einem Beton übergegossen. В общий корпус одевается коронка, или так называемая верх рельса, по которому колесо двигается. Das ist so ein Gehäuse und da gibt es so ein, wie ein Kopf aus dem Stahl, da oben drauf gelegt. Существуют различные типы так называемых рельс. Es gibt verschiedene, es gibt verschiedene Schienenarten. Очень важно себе представлять, что, например, сопротивление качению колеса по такому рельсу всего 9,2 киловатта. Das ist sehr wichtig zu verstehen, dass der Widerstand bei so einem Rad ist 9,2 Kilowatt. Это при скорости до разгоне скорости до 450 километров. Und das ist bei einer Geschwindigkeit bis 450 Kilometer. И теперь сравните с шикарной машиной, которая на резиновых колесах, у нее 1180 киловатт надо затратить. Und das vergleichen Sie jetzt mit einem luxuriösen Fahrzeug bei der Geschwindigkeit bis 450 Kilometer. Так, идем дальше. И фактически здесь мы видим так называемую мотор-колесо, где колесо и мотор соединены. Это так называемые колеса качения. И это опорные колеса. Мы видим jetzt gerade so, genau, Motor und Rad und das Rad und der Motor, die sind verbunden. Это опорные колеса с обоих сторон. Da sind Stützräder bei jedem Rad. Stützen bei jedem Rad. В зависимости от конструкции юнибуса устанавливается или наверху, если это подвесной вид транспорта. В данном случае здесь подвесной вид транспорта, то есть такой, который висит, как бы. In diesem Fall sehen wir einen Hängetransport, was aufgehängt ist. Здесь показана конструкция мотор-колеса, то есть так называемого электрической части мотора-колеса. Это уникальная конструкция, это 4 в одном. Und hier werden die Motorräder angezeigt. Das ist eine besondere Konstruktion. Das ist 4 in 1 auf elektrischer Ebene. За счет применения постоянных, очень мощных постоянных магнитов и специальных электростали, электротехнической стали. Dank der электротехнischen Stahl. И постоянных магнитов. Und Magneten, ständigen Magneten. Да. Здесь ротор, статор в одной комплекции, но важно то, что ускорение производится за счет, в этом моторе, и одновременно торможение тоже за счет электромагнитных потоков. Und hier gibt's, ускорение и hier gibt's der Starter, genau, und es gibt auch Beschleunigung und auch das Bremsen. Gleichzeitig, das wird das auch hier gemacht. И управление скоростью, естественно. Und auch die Steuerung von der Geschwindigkeit.
Теперь здесь даны некоторые виды грузового транспорта, когда боковая загрузка в контейнерное происходит. Боковая контейнерная загрузка. Hier gibt's Frachttransportarten und seitlich werden Güter geladen. Это сыпучие грузы засыпаются в контейнер, могут засыпаться. Das sind Schüttgüter, die werden in diesen Container reingeschüttet. Может быть и так называемый повторяющий ленточный тип передвижения, но это все равно это так называемые транспортные контейнеры, очень своеобразные, при засыпке тоже очень хорошо работают. Das sind die Transportcontainer und die sind besonders und die funktionieren auch sehr gut. Почему это вам рассказываю? Я рассказываю потому, что очень важно, технология разработана и разрабатывается постоянно в конструкторском бюро, которое находится в Минске. Ich erzähle das Ihnen, warum ist das so wichtig, weil die Technologie, die wird weiterentwickelt in dem Konstrukteurbüro in Minsk. Но технология, она практически мертва до того момента, пока она не сертифицирована, то есть не применена к реальности. Und die Technologie, die ist bis zu dem Zeitpunkt tot, bis sie umgesetzt ist, bis sie zertifiziert ist. И в начале 2014 года, был к началу, вернее, к концу 2013, начало 2014 года, был разработан бизнес-план проекта экотехнопарка в Und Ende 2013, Anfang 2014 wurde der Businessplan entwickelt für dieses Projekt Eco Technopark. Что это такое? Это так называемое, это 36 гектаров, не менее 36 гектаров территории должна быть. Was ist das? Das ist ein Territorium, 36 Hektar. Где осуществляется сертификация всех видов, которые я говорил, транспорта. Dort werden alle Transportarten zertifiziert. И одновременно происходит так называемая презентация. Это как мы приходим в магазин, салон, допустим, там Jaguar, BMW, Mercedes, так и эта площадка будет площадкой презентации Skyway вида транспорта и всех видов, которые я вам говорил. Und gleichzeitig werden diese Ware präsentiert, das ist so wie in einem Geschäftshof für BMW, Jaguar oder verschiedene Fahrzeuge. И вот здесь вы видите, есть так называемый вид навесной, то есть когда поверху ездит вагон. Не подвесной, а навесной. Und auf diesem Bild sehen Sie einen Anbautransport, nicht Hängetransport, sondern ein Anbautransport. Таким образом, важно еще и то, когда мы говорим о Skyway, что в России, в Российской Федерации Министерство транспорта рассмотрело, и этот вид транспорта был рассмотрен на экспертном совете министерства, и признано, что эта технология является инновативной. Bei dem Verkehrsministerium wurde diese Technologie angeschaut und es wurde auch durchgesprochen. Und diese Technologie von dem Transportsystem Skyway, die wurde als innovativ anerkannt. Анатолий Юницкий все почти 7 часов защищался перед 34 членами этого совета, отвечая на их вопросы и поясняя, что из себя представляет эта технология. Анатолий Юницкий, der hat 4 Stunden über dieses Projekt erzählt von Mitgliedern von diesem Verkehrsministerium. Hat auch die Fragen beantwortet. Да, извиняюсь. И вторым вопросом было принято решение, чтобы применить эту технологию к конкретному пилотному проекту на конкретной местности. Und die zweite Frage, die auch entschieden und die beantwortet wurde, dass diese Technologie zu dem Pilotprojekt anzuwenden. И скажем, что еще является очень важным на сегодняшний момент, это то, что в Австралии, в Флиндерском университете, университет Флиндерс, да, которому уже 50 лет. Und was noch wichtig zu erwähnen, dass in Australien, in der Universität Flinders, diese Universität existiert schon seit 50 Jahren.
решено сделать пилотный проект этого вида транспорта на расстоянии 500 метров между главным зданием университета и кампусом. Es wurde entschieden, dass dieses Projekt das wurde umgesetzt. Die Strecke ist 500 Meter zwischen dieser Universität und dem Campus. Приподключились к этому делу целый ряд специалистов. Меня сейчас слышно вообще, нет? Да. Мой вид, моя картинка пропала, я сейчас уберу. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten, das Bild ist weg und damit man mich besser hört. Es gibt Internetprobleme. И таким образом там принят целый ряд решений. Недавно была большая группа проектировщиков из Австралии в Минске и принимала, как бы, проводила осмотр и знакомилась с тем, что там происходит, и передавала исходные условия по проекту в Австралии. Es gab eine Reihe von Spezialisten von den Entwicklern da vor Ort in Australien, die haben die ganzen Bedingungen da kennengelernt und die haben es auch weitergeleitet, wie das Ganze ausschaut. Уникальность этой трассы в том, что там ничего сложного нет, но очень важно то, что никаким другим видом транспорта невозможно было решить эту проблему. Die Trasse ist nicht so kompliziert, aber die ist besonders und deswegen nur durch diese Transportart könnte man das Problem lösen. Фактически надо было попасть с одной стороны, видите, здесь железная дорога. Also, wie Sie sehen, man könnte von dem Punkt... Большая транспортная развязка. Da gibt es die Transportwege. И надо было попасть с одной стороны с университета в различные точки расположения, где надо студента попасть. Und von diesem Punkt, von dem unteren von Universitäten, müssen diese Studenten zu dem Zielpunkt irgendwie müssen для die das erreichen. Да. Для понимания, эта трасса будет пролегать на высоте от 5 до 50 метров на высоте. От 5 до 50 метров. Und diese Strecke, diese Trasse, die wird sich auf der Höhenebene von 5 bis 10 Meter, die wird sich befinden. Этот факт очень много как бы освещался в различной прессе, Daily Telegraph и других важных изданиях Австралии. Und dieses Erlebnis wurde publiziert in verschiedenen Schriftzeitungen, in den Zeitungen. Ja. Да. И теперь, значит, самое главное, что Skyway технология будет представлена на Всемирной выставке инновационного транспорта именно Транс-2016 в Берлине, то есть в Германии, 20 по 23 сентября нынешнего года. Und das ist auch sehr wichtig zu erwähnen, dass die Ausstellung, so eine Messe, die findet in Berlin statt, an den Tagen vom 20. bis 23. September. Таким образом, мы видим, что технология, она нашла как бы свой ход, идет процесс, и это очень важно. Но, скажем, таким образом, что зависимость Also in diesem Zusammenhang ist es zu sehen, dass die Technologie, sie hat sich gefunden und wie das weiter ausgeht, das ist von diesem Eco-Technopark abhängig. Идет процесс параллельный. Важно понимать то, что идет, начиная с 2014 года, процесс народного финансирования этого проекта. Und das ist wichtig auch zu verstehen, dass der Prozess für die Finanzierung seit 2014, dass dieser Prozess beginnt.
Каким образом этот процесс идет? И он разбит фактически, строительство экотехнопарка, оно разбито на 15 этапов. Der Aufbau vom Eco-Technopark besteht aus 15 Entwicklungsphasen. Сейчас мы находимся на седьмом этапе, то есть практически на середине. In diesem Moment befinden wir uns in der Entwicklungsphase Nummer 7, also tatsächlich fast die Mitte des Wegs. И, соответственно, существуют определенные финансовые потоки строительства, которые надо обеспечивать. И поэтому несколько инвестиционных платформ работает в том направлении, чтобы обеспечивать инвестиционные потоки финансов для строительства экотехнопарка. Es gibt momentan verschiedene Finanzierungsquellen und genau das ist wichtig, dass die dann weiterarbeiten, damit dieses Projekt zum Setzen geht. Важно понять то, что в 2013 году была произведена лондонским судом Accenture. Регистрация компании осуществлялась первоначально в Лондоне. И суд должен был определить, какова же стоимость того интеллектуальной собственности, которую Юницк имеет. Und dieses Unternehmen wurde bei dem Gericht in London registriert im Jahr 2013 und es war wichtig zu verstehen, wie hoch ist der Firmenwert. Оценена была данная технология, несколько этапов, я не буду длинно сейчас вам рассказывать, впоследствии мы еще можем к этому вернуться, видимо вернемся. Несколько этапов и фактически было экспертным советом закрытых экспертов, не публикуемых экспертов. Такой, как бы, вердикт подписан, что стоимость данной технологии не менее 400 миллиардов фунтов стерлингов. Also und die Experten, die haben diese Technologie, den Technologiewert geschätzt und das ist nicht weniger als 400 Milliarden Фунт стерлинг. И ее, как бы, капитализация зависит от того, как пойдет процесс сертификации этой технологии и когда она будет сертифицирована. Die Rentabilität ist davon abhängig, wann diese Technologie zertifiziert wird. И после этого Анатолий Юницкий решил, что, скажем, очень мало было предпосылок для того, чтобы начинать в банках финансировать этот проект. Und der Юницкий hat er entschieden und hat auch festgelegt, dass es gab ganz wenig Voraussetzungen, damit dieses Projekt durch die Bank investiert wird. У него был ряд предложений, сейчас существуют эти предложения, чтобы он продал просто эту технологию. Юницкий hat diese Technologie verkauft. Es gibt eine Reihe von Angeboten. Но он не хочет выпускать процесс внедрения этой технологии из-под своего контроля. Юницкий möchte aber nicht, dass diese Technologie nicht unter seiner Kontrolle befindet. Чтобы она не затерялась, как все, что может затеряться в этом мире. Damit diese Technologie nicht verloren geht, wie alles auf dieser Welt kann verlieren gehen auch. И тогда была создана компания, в которую были инвестированы, как бы, эти акции, и она стала предлагать инвесторам взамен их инвестиций предлагать в залог акции. Und dann wurde das Unternehmen, das Aktienunternehmen gegründet und die Beteiligten, die haben Aktien dann erhalten. И вот мы сейчас с вами пройдемся и ответим на вопросы. Здесь перед вами эти вопросы есть. Как инвестору стать акционером? Как я приобретаю? И что, почему инвестор не покупатель? Что я приобретаю? Какие выгоды мне от этого? Что и когда? Тут написано у вас прямо в этом самом, да? Я просто повторяю это сейчас на русском языке. Ja, wir werden jetzt diese Fragen, was auf dem Tafel momentan, werden wir diese Fragen durchgehen. Wie kann man ein Investor oder ein Aktionär werden? Was erhalte ich? Welche Vorteile bringt es mir? Und wie erwerbe ich was und wann? Вот, и когда вводится пакет инвестиционных документов. И таким образом мы очень быстро сейчас пройдемся. Здесь я вам показываю просто
выписку на английском языке из меморандума, где обозначено количество акций, которые были внесены в эту компанию, чьими акциями инвестиции являются залогом, эти акции при инвестициях, когда человек инвестирует, и которые можно потом стать владельцем, и становится человек владельцем этих акций. Этот весь акционерный капитал этой компании, Eurasian Rail Skyway Systems Holding, 60 миллиардов 130 миллионов 114 950 акций по одному доллару каждая. Hier ist ein Auszug vom Memorandum und wie viele Aktien, die wurden von Anfang an eingelegt und das sind die Aktien mit der Kapitalhöhe von 60 Milliarden 300. Сколько там было? 60? Там было 60 миллиардов. 60 миллиардов 130 миллионов 140 950 акций. Важно то, что в данном случае человек, рассмотрим, я пройдусь, $100 человек инвестирует. Инвестирует через Skyway Capital. Der Mensch investiert $100 über Skyway Capital. Это первый шаг. Через Skyway Capital они проходят, он является проводящей инвестицию компании, и через GTI происходит ЗАО «Струнные технологии». Это фирма, которая осуществляет строительство экотехнопарка. Проектирование и ответственно за строительство этого экотехнопарка. Und dieses Geld geht durch diese Station GTI und das ist die Seitentechnologie Abteilung und dieses Geld wird für den Aufbau vom Ecotechnopark angelegt. Потому что дальше, когда эти инвестиции ушла, то дальше акции даются человеку, который инвестировал, даются акции Eurasian Rail Skyway Systems Holding как бы в залог. Вот этот залог инвестирует акции. Но при дисконте 1 к 100 он получает 10 тысяч акций на $100. Или как бы в залог получает 10 тысяч акций. И кроме того, получает гарантию еще от Unitsky Corporation. Als Pfand bekommt man 10.000 Aktien und auch die Garantie vom Garantiegeber Unitsky Corporation. Таким образом, и акции в виде залога ему передаются, и он одним движением руки станет, он может ждать несколько лет и получить обратно свою инвестицию, но поскольку очень интересно сегодня стать владельцем этих акций, потому что там он на $1 инвестиций получает практически $100 акций в залог. И он может стать их владельцами. И, естественно, человек становится владельцем акций. Таким образом, через залог он становится владельцем 10 тысяч акций при инвестиции в $100, при дисконте 1 к 100. Man investiert $100 und bekommt man 10.000 Aktien und wird als Aktionär, als Beteiligter. В экотехнопарке существует конкретная уже документация, проект и бизнес-план, с которым можно ознакомиться. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, dass dieses Geld, die wird für den Aufbau vom Ecotechnopark investiert und es gibt auch Businessplan. Diesen Businessplan kann man auch anschauen. Разрешение на строительство этого Ecotechnoparka. Für die Baugenehmigung. Паспорт объекта. Für den Baupass für diesen Objekt. Землетрус, то есть разрешение на то, что земля выдана. Genau, für den Erwerb vom Grundstück. И пакет всех различных договоров, которые обеспечивают это строительство. Und für alle vertraglichen Unterlagen, die diesen Aufbau, diesen Bau ermöglichen. Таким образом, дальше происходит фактически процесс, который, если упрощенно сказать, то человек инвестирует $100 в одну сторону с дисконтом 1 к 100,
При этом он получает гарантию в виде 10 тысяч акций, и он фактически становится владельцем, скажем, при инвестиции $100 становится владельцем пакета акций $10 000. Таким образом, залог становится его собственностью. То есть акции становятся его собственностью, он становится акционером. Und deswegen weiterhin wird der Prozess angeleitet. Das heißt, wenn man 100 Euro in 100 Dollar investiert, dann als Garantie werden 10.000 Aktien ausgegeben und der Mensch wird als Besitzer von diesen Aktien bezeichnet und in diesem Fall wird er als Aktionär. Таким образом, это очень надежный, вот я сейчас вот расскажу, что здесь написано, значит, что это надежный путь от моей акции, от моей инвестиции до акции. Das ist dann der zuverlässige Weg von meinen Investitionen bis zu den Aktien. Минимизированы расходы на пути от инвестиции к акции. Diese Kosten, die werden minimiert für diesen Weg von der Investition bis zur Aktien. Я сегодня, получая залог, становлюсь сразу акционером. Ich bekomme heute schon diese Kaution, diesen Pfand und dann werde ich ein Aktionär. Таким образом, я прямо и честно инвестирую в конкретный проект. Auf diese Art und Weise investiere ich heute ehrlich und direkt in dieses Projekt. И в этом примере, который я вам привел, инвестируя $100, получаю залог $10 000. И это считается суммой моего вклада. Anhand dieses Beispiels investiere ich heute 100 Dollar, bekomme ich als Pfand 10.000 und das ist die Beitragssumme. Хотя, в принципе, если бы я покупал, например, эти акции, то это было бы несколько иначе. Сумма моего вклада была бы только $100. Понятна разница, да? Und wenn ich diese Aktien gekauft hätte, wäre es anders, auf andere Art und Weise. И эта разница, она проявляется, когда вдруг я когда-то захочу продать эти акции. Или получить с ней какой-то доход. Und diese Differenz, die wird dann später spürbar, wenn ich diese Aktien verkaufen möchte. То тогда мне не надо платить разницу с прибыли, которая между 10 тысячами и 100 долларами, то есть 9900 долларов мне не надо платить налог с прибыли. In diesem Fall zahle ich keine Ertragssteuer. Diese Differenz zwischen 10.000 und 100 auf diese Summe 9.900 zahle ich keine Steuer. Тут достаточно много еще есть разных нюансов, но я вам рассказал самые основные, которые существенны. Естественно, что этот проект, он венчурный. Es gibt verschiedene Besonderheiten. Ich habe nur die wichtigsten Besonderheiten bzw. Merkmale erwähnt. Но, тем не менее, он и очень актуальный и имеет под собой конкретный проект. При этом я хочу сказать следующее, дорогие друзья, что это только первый адресный проект или первый проект, это экотехнопарк, в который сейчас идут инвестиции. Dieses Projekt ist sehr aktuell, Ecotechnopark-Projekt. Согласно бизнесного плана, его стоимость, себестоимость, или вернее, стоимость этого проекта, 300 миллионов долларов. Laut dem Businessplan sind die Kosten betragen 300 Millionen Dollar. Конкретно сейчас уже в ходе строительства, поскольку находится на седьмом этапе, удешевление произошло целого ряда затрат. Momentan befinden wir uns in der siebten Phase und viele Kosten, einige Kosten, die wurden schon reduziert. Кто-то может спросить, ну хорошо, это общие слова, где же конкретно? Конкретно, смотрите, я приведу вам просто обычный простой пример. Вот трасса, где вы видите сейчас, да? Jemand kann fragen, okay, das sind die allgemeinen Phrasen, das sind die allgemeinen Wörter und wo sind die Tatsachen? Wenn Sie jetzt momentan... Momentan auf dem Bild sehen Sie eine Trasse. Трасса, которая проложена для сертификации городского транспорта, вот здесь, да, и высокоскоростного транспорта.
Die wurde erlegt für die Zertifizierung vom Stadttransport und Hochgeschwindigkeitstransport. Городского транспорта проложено уже, выстроены все опоры. Анкерная опора, это в виде здания, 19 промежуточных опор. И заканчивается строительство анкерной опоры конечной, это на 1200 метров. Diese Strecke ist 1200 Meter und da gibt es alle Stützen, insgesamt 19 Stützen, die sind auch erlegt. Дальше уходит еще на 15 километров трасса для сертификации скоростного, высокоскоростного транспорта. Danach ist die Strecke 15 Kilometer für den Hochgeschwindigkeitstransport. По существующим технологиям эта длина должна была бы быть 30 километров. Laut der Technologie muss diese Strecke 30 Kilometer betragen. Почему? Потому что на этом участке высокоскоростной транспорт должен разогнаться, проехать с этой скоростью и затормозить в конечном итоге. Warum 30 Kilometer und nicht 15 Kilometer? Weil der Transport beschleunigt sich und danach fährt und danach muss bremsen und dafür braucht man 30 Kilometer. Благодаря мотор-колесу, которое я вам показывал, его элементы, помните, да? Dank diesen Elementen bei dem Rad, was ich Ihnen gezeigt habe, за счет вот этой конструкции, durch diese Konstruktion, удалось на 15 километров сократить это расстояние. То есть теперь надо не 30, а 15 километров. Что это значит? Wurde diese Strecke um 15 Kilometer reduziert. Was bedeutet das? Стоимость одного километра, строительства одного километра аналогичной трассы, это порядка, я сейчас договорю, стоимость одного километра такой трассы порядка 2,5-3,5 миллионов долларов километр. Und die Kosten für einen Kilometer, die betragen 2,5 oder 3,5 Millionen. Умножьте 15 на 3, вы получите на 3,5, вы получите, значит, на сколько миллионов дешевле, дешевле это, а фактически даже это может быть на 5 миллионов умножить. Multiplizieren Sie 15 mal 3,5 und dann können Sie verstehen, um wie viel könnten die Kosten reduziert werden. И такая как бы правильная рационализация происходит на многих участках, и в связи с этим удешевление уже, Анатолий Юницкий говорит, что где-то порядка уже на 45% проект, можно сказать, стал дешевле. Um 45% ist das Projekt billiger geworden und es ist auch machbar, allgemein die Aufwendungen zu verringern. Ну, впереди, после сертификации, первый пилотный проект это Австралии. На подготовке находится более 12 возможных проектов еще, кроме Австралии, более 12. Es gibt mehr als 12 Projekte, außer das Projekt in Australien. И таким образом этот процесс будет происходить в дальнейшем как раз за счет адресных проектов, где все те акции, которые я, когда я инвестирую сегодня, я становлюсь акционером, который участвует в будущих во всех проектах. Und durch meine Investition mit meinen Aktien werde ich als Aktionär an allen Projekten dann in Zukunft beteiligt. Вот мы находимся здесь в 2016 году. Wir befinden uns im Jahr 2016. Идет стадия строительства экотехнопарка и пред уже начало сертификации. Der Bauprozess hat angefangen und der Anfang von der Zertifizierungsphase. Предполагаю, сейчас проектно заложены, экономически заложены, значит, здесь такие дисконты. 1:150 минимальный и есть еще меньше, но средние, можно сказать, они колеблются от 150 до 400. То есть 1:150 и 1:400. Es wurden folgende Diskontos festgelegt, 1:115 beziehungsweise bis 1:400. То есть, что это значит? Это значит, что 7 миллиардов акций
Was bedeutet das? Das bedeutet 7 Milliarden Aktien. Это из этих 60 миллиардов, да? Das ist ein Teil von diesen 60 Milliarden. Они будут как бы выданы для того, чтобы как залог для инвестиций. И фактически должно быть на 7-м этапе как бы инвестиций введено порядка 15 миллионов. Die werden als Pfand für diese Aktien ausgegeben und für diese Phase, für die siebte Phase. 15 Millionen Dollar, das wir sehen, da? Sieht man, man braucht 15 Millionen Dollar. Таким образом, тут есть некоторые данные по пятому, по шестому этапу, да? Es gibt hier Angaben über die Phase 5 und 6. Здесь были значительно выше, ну, незначительно, но выше дисконты. Die Diskontos, die waren viel höher bei diesen Phasen. Но и количество акций, которые давались в залог, тоже было, были меньше здесь. Да? Und die Aktienanzahl als Pfand, diese Anzahl war geringer. Для примера я из бизнес-плана привел сюда, что восьмая фаза – это июль-октябрь. По всей вероятности, здесь будет уже 1 к 125 и 1 к 300. Видно разница, да? Die achte Phase, die wird von voraussichtlich in den Monaten Juli bis Oktober anfangen. Und hier sieht man ein Diskonto 1 zu 125 bzw. 1 zu 300. И таким образом, заканчивая восьмую фазу, будет, скажем так, выдано на залогово по проекту 36 миллиардов из тех 60, 36 mm-hmm. миллиардов акций на 36 миллиардов долларов. Wenn die achte Phase abgeschlossen wird, werden 36 Milliarden Dollar ausgegeben als Aktien. Ближе к седьмому этапу, или где мы сейчас находимся, седьмая фаза, это все те действия, которые здесь надо осуществить, и куда эти деньги фактически расходуются в экотехнопарке, перечислите здесь, прочитайте прямо, расскажу. In der siebten Phase sind folgende Tätigkeiten auszuüben, und zwar die Räumlichkeiten anzumieten, zusätzliche Arbeitsplätze für Entwickler, Planer und Designer mit lizenzierter Software zu erwerben, und auch Gehälter für Entwickler, für das Personal und für das Management vom Unternehmen, die Vorbestellungen für die Hochstraßen, für die Schienenfahrzeuge und für die Infrastruktur zu platzieren, die Anzahlungen zu bekommen und die Montagearbeiten, das Marketing, Design für diese Test-Skyway-Systeme durchzuführen. Und auch als nächste, als wichtige Tätigkeit ist diese Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durchzuführen. Сейчас очень большие затраты идут и на производство, на как бы становление производства. Мотор, колесо надо самим производить, сами юнибусы надо самим производить изначально, потому что пока только определенные детали заказываются у субподрядчиков. Собирать их надо самим. Es gibt ganz viele Baukosten, zum Beispiel Kosten für die Herstellung von diesen Rädern, besonderen Rädern, auch für die Herstellung von Unibüssen. Und das ist alles Eigenproduktion. И это все те расходы, которые, естественно, надо сейчас будет делать, скажем, в рамках экотехнопарка. То есть и строительство еще, производство тоже входит в этот бизнес-план. Diese Baukosten, die gehören auch zu diesem Businessplan. Das sind alles Baukosten. Таким образом, к концу этого года, здесь видно, да, фактически будет осуществлено по принципу, как бы будет создан городской комплекс Skyway по принципу 7 в 1. Also in diesem Fall, genau, 7 in 1. Skyway City Complex wird nach dem Prinzip 7 in 1 erstellt. И перечислите, что это такое, тут 1 до 7. Okay, von 1 bis 7, hier ist alles aufgelistet. Das ist die Personenbeförderung nach dem Prinzip Minibus und artikulierte Straßenbahn, Transport von Stückgütern nach dem Prinzip Container,
die Aufrechterhaltung des Livianenkomplexes nach dem Prinzip Spezialfahrzeuge, Transport von flüssigen Gütern nach dem Prinzip Tank, Transport von flüssigen Gütern auch nach dem Prinzip Produktpipeline, die Übertragung von elektrischer Energie durch Stromleistungen und die Übertragung, die Übermittlung von Informationen über Kommunikationsleitungen in der Spurstruktur. И здесь важно отметить, дорогие друзья, то, что вы видите, что здесь очень уникально. Это только на одной городской трассе, да, и будет все собрано. И по принципу, и микроавтобус, и членовый трамвай. Das ist alles auf der städtischen Trasse, Minibus und auch artikulierten Straßenbahn. Различные грузы по различным, как бы, типу грузов, сыпучие и жидкие грузы. Verschiedene Güterarten, es gibt Schüttelgüter und andere. Но я обращу ваше внимание еще и на седьмом пункте, или так называемый седьмой, что эта трасса, она одновременно становится и основой будущей логистики, передачи информации и так далее. Und der Punkt 7 ist auch sehr wichtig, dass diese Trasse, die wird in Zukunft als Übermittlung von Informationen angesiedelt. И сама структура транспортной системы, она также будет, и об этом здесь не сказано, но она будет еще являться и собирателем световой энергии, солнечной и световой энергии, то есть аккумулировать эту свои определенные конденсаторные батареи и использовать ее в своих трассах. Und auch diese Struktur von dieser Technologie, die wird auch eine Besonderheit haben, die wird die Sonnen, die Solarenergie ansammeln. Таким образом, дорогие друзья, мы сегодня с вами подошли. Я все основное, что хотели мы с вам доложить, я изложил. Если у вас есть, они, видимо, есть, прошу сейчас их задать. Здесь написать на немецком, а мои помощники мне переведут их, а я вам отвечу на них, если так вам подойдет. Еще я хочу сказать, что наши вебинары, они будут повторяться. И буквально в ближайшее же время будет, может быть, кто-то из вас, кто вы сегодня меня слушаете. Я сейчас расскажу, Ирина, да? Вы переведете потом? Да. Или вы сейчас, или переведите сейчас, чтобы вам проще было, иначе я длинно расскажу. Давайте. Momentan sind wir zum Ende der Präsentation gekommen. Diese Webinare, die wiederholen sich ständig. Falls ihr Fragen habt, bitte stellt die Fragen. Schreibt auch in diesem Chat. Ich werde diese Fragen gerne beantworten. Кто-то будет готов сам подготовиться, мы поможем и вести эти вебинары буквально вот на немецком языке уже. Так что в этом плане, пожалуйста, обращайтесь и к Жанне, и к Ирине, которая сегодня здесь. Но проще всего, если вы обратитесь к Жанне, она является как бы координатором на чате. И к ней можно обратиться. Или же к Эмилю, мы тоже можно обращаться. Genau, Jana und Emil Bastian, diesen Koordinator von diesen Webinaren. Und falls ihr das vorbereitet möchten, bitte wendet ihr euch an unsere zwei Ansprechpartner. Und dieses Thema werden wir dann besprechen. Таким образом, я хочу сейчас перейти к тому, чтобы на ваши вопросы ответить. Вебинары еще будут повторяться, вам в чатах будет сообщено, когда. Ich bin bereit, eure Fragen jetzt zu beantworten und die Webinare, die wiederholen sich und es wird auch bekannt gegeben, wann die stattfinden. Sky Capital приводит в порядок первоначальный, там с ошибками вышли, с определенными отклонениями перевод на немецкий язык самого кабинета инвестора. Der Personalkabinett, da hat ein bisschen, die wurde auch übersetzt ins Deutsche, hat leider noch ein bisschen ein paar Abweichungen und ein paar Fehler, aber die werden auch beseitigt in Zukunft. В течение этой недели будет все отработано, и в ближайшее время вообще выйдет новый кабинет, новый формат. Und diese Woche werden diese Fehler bearbeitet und
Bald wird der neue Personalkabinett veröffentlicht. Обращу ваше внимание, что у нас впереди с вами очень большое мероприятие, которое пройдет в Германии, вот Инотранс 2016. В особенности, это будет тоже отдельная тема, на которую мы будем говорить. Идет мощная подготовка к этому мероприятию. Bald findet eine großartige Maßnahme, die Ausstellung. Там будет выставлено практически полным, ну, в оригинале и Unibus, и Unibike. Da werden auch Unibusse und Unibike. Будет действующая модель. Die richtigen Modelle. Я вам скажу такую вещь, что интересная вещь. Когда была подана заявка первоначально на участие в этом Иннотрансе, то компания Skyway запросила всего 8 квадратных метров себе бокс. Als diese Anfrage für die Teilnahme an dieser Ausstellung gestellt wurde, das Unternehmen Skyway hat nur 8 Quadratmeter angefordert für diese Ausstellung, damit man die Kosten spart. Damit man die Kosten spart. Но после того, когда представили содержание, что там будет выставляться, пришло предложение, что да, мы вам 8 метров выделяем, но мы вам выделяем еще 52 квадратных метра, за которые вам платить не надо. Пожалуйста, проэкспонируйте все, что вы можете. Mm-hmm. Und nachdem wurde angeschaut, was da alles ausgestellt wurde, hat der Ausstellungsanbieter noch zusätzlich 52 Quadratmeter kostenlos zur Verfügung, ohne Gebühren zur Verfügung gestellt. Это такие мелочи, но это говорит о том, что организаторы очень четко понимают, что очень важно сейчас содействовать как бы той информации, которую могут дать инновационные новые транспортные технологии. Das ist alles Kleinigkeiten, aber die Organisatoren, die bemühen sich, und richtige Informationen weiterzuleiten und auch diese neue Technologie öffentlich bekannt zu geben. И здесь мы рядом не с кем иным, а с Hyperloop Transportation. Это Илоном Маском разработана технология тоже, которая еще вообще не сертифицируется пока. Wir befinden uns in der Nähe von dem Unternehmen Hyperloop Transporttechnologie. Die entwickeln da die Masken aus Nylon und diese Technologie ist auch noch nicht zertifiziert. Если кто-то не слышал, то эта технология, она основана на том, что там транспорт движется в вакуумной трубе на магнитной подушке. Vielleicht, wenn jemand noch nicht gehört hat, diese Technologie, die hat da als Basis so Magnetkissen. Таким образом, я готов сейчас ответить на ваши вопросы. Благодарю вас за внимание и слушаю вас. Ich bin bereit, jetzt momentan eure Fragen zu beantworten. У нас было подготовлено еще, Жанна, вы слышите меня? У нас было подготовлено еще и опросник. Значит, мы его... не можем, наверное, да? Ладно. А, есть, да? Отлично. Прошу вас ответить на них. Так, и, пожалуйста, вопросы пишите здесь в чате. Объясните, Ирина, что здесь можно написать в общем чате. Вы переведете нам тогда. Я думаю, тут уже вот есть первый вопрос от Увы Бирнбаума. Правильно я вижу? Да. Я вообще не вижу. Я почему-то не вижу вообще чат. А, есть вопросы. Да, вижу. Да, все, вижу, вижу. Да, да, да. Увы Бирнбаума, да. Увы Бирнбаум, спасибо за предоставленный значит, вебинар и вопрос инвестора, очень главный вопрос. Uh-huh. А вот эти патенты, они есть какие, национальные или международные? Они есть и национальные, есть международные. Международное дорогое патентирование. Сейчас я до конца переведу, да, потому да, что хорошо, у него давай. Может быть, чтобы взаимосвязь понять. Да, да. А в Германии уже
был вот этот вот, так, ага, то есть они на магнитный, магнит Швебе, это как у нас тоже эти подвесные, транспортные. Нет, не магнитные, они на обычные, это электромоторы. Да, вот здесь магнитное было уже в Германии, и был тоже патент, и он пишет то, что этот патент, он истек, срок действия, потому что жители Китая сделали это повторно, да? Да. То есть плагиат. Значит, вопрос заключается в том, какова же безопасность планирования и каков риск в плане вот именно политической ситуации в стране. А именно, что все на таком государственном давлении по поводу, если правительство это хочет, например, как это было при «Газпроме». Нет, то есть, я понял вопрос. То есть, да, сейчас еще последние два предложения. Угу. Он спрашивает для него, как для инвестора, какова же правовая безопасность. А планируют ли SkyWay тоже вот именно конта, да, вот эти для Европы? Конечно. Если да, то вот именно британский фунт, он не в ЕУ, не в Европейском Союзе. Нет, они не в британских фунтах, они сейчас пока в долларах, но надо понимать так, что это зависит от того, где компания зарегистрирована. Also, die, Herr Birnbaum, die Frage wurde übersetzt und man muss verstehen, dass das Unternehmen, die ist registriert in London und momentan, das ist nicht in britischen Pfund, das ist in, в чем сказали, в долларах, да, in Dollar. В долларах, да. Я объясню тогда, коль вопрос такой профессиональный, я тогда объясню. Das ist eine, genau, das ist eine professionelle Frage und die Frage wird jetzt momentan beantwortet. Я сейчас объясню, вы переведете, что когда, как только вы понимаете, когда учреждается акционерное общество, то суд, определив и установив стоимость собственности интеллектуальной 400 миллиардов, да? Да, можно я вот так частями буду переводить? Wenn die Aktiengesellschaft, die wurde auch gegründet und der Firmenwert beläuft sich auf 400 миллиардов, да? Да, ну только было. Genau, 400 миллиардов. Но с этим, значит, возникло сразу же обязательство, которое юристы просмотрели. Тут же возникло в течение там 10 дней обязательство заплатить полугодовой налог с имущества 27 миллионов фунтов стерлингов. Und dann gleichzeitig nach der Unternehmensgründung ist die Verpflichtung entstanden, die Vermögenssteuer zu zahlen, und zwar 27 Millionen. Pfundsterling, in Pfundsterling war das. Чему это привело? Это привело к тому, что вынуждена была компания SkyWay срочно как бы прекратить или приостановить регистрацию в Лондоне. Und als Folge war das das Unternehmen SkyWay hat diese Registrierung in London beendet. И была переведена на Британской Вирджинии, на острова Британской Вирджинии регистрация компании. Und die Registration, die wurde umgeleitet auf die Virginia-Insel. British Virginia. Genau, britische Insel Virginia. И там в долларах. Und dort, и там надо платить с налог 5 тысяч долларов только в год. Und dort ist das in Dollar registriert und da muss man eine Vermögenssteuer in Höhe von 5000 Dollar jährlich zahlen. Это такое короткое разъяснение. Теперь я вернусь обратно к первой части вопроса господина Бирнбаума. Значит, народные патенты, да. Есть народные патенты, теперь имеется в виду, что как только, допустим, строится в Австралии, то в Австралии сейчас сразу же и патентование происходит параллельно. Будет строиться в Германии будет производиться патентование. Или, скажем так, на Европу будет общее патентование, правильнее так сказать, потому что сейчас патентование делается
я быстро расскажу. Патентование делается сразу там на 5-10 государств. Die Patentausgaben, die verläuft parallel mit dem Aufbau des Projekts. Und zwar, das Patent wird auf ganz Europa ausgegeben. Und wenn das auch das Projekt anfängt zu laufen. И как господин Уве правильно сказал, что патент, он практически находится на пятом месте по своей силе, что ли, защиты изобретения. Патент на пятом месте. Das Patent befindet sich auf dem fünften Platz nach seiner Sicherheitsstärke. Специалисты говорят, что на первом месте является то, насколько быстро кто-то выходит на рынок и может осуществить строительство по соответствующей, ну в данном случае строительство, или продажу, или же производство, или продукта, который надо запатентовать, или который запатентован. Еще раз, ну-ка, можете повторить, то есть, на первом, на втором месте это то, как быстро продукт или производитель выходит на рынок. А в первом или втором месте ist es wichtig, wie schnell kommt der Erfinder mit seiner Erfindung auf den Markt. И тут есть целый ряд технологических приемов, которые не выполнить, если не знать нюансов. Поэтому головная компания GTI, которую я вам показывал, да? Und es gibt auch eine Reihe von diesen Technologieaspekten. Und das Hauptunternehmen GTI, was auf diesem Schaubild gezeigt wurde, в своих руках будет держать и держит все основные подряды строительства. Они не будут кому-то отдаваться. Никто не будет. Вот эта компания GTI, Global Transport Investment, которая владеет 400 миллиардами акций. Und dieses Unternehmen, Global Transport Investment. Investment, genau, das ist das Hauptunternehmen und dieses Unternehmen verfügt über diese 400 Milliarden Aktien. Она будет практически участником всех адресных проектов или всех будущих строек, генеральным подрядчиком. Und die wird die Hauptteilnehmerin für alle Projekte. Это тоже один из способов защиты именно вот этой технологии в ответ на ваш вопрос. Und das ist eine Möglichkeit, diesem Projekt Sicherheit zu geben, beantwortet Ihre Frage. Вот я постарался, как мог сейчас ответить, потому что тут надо более длительно отвечать. Я сейчас пойму эти вопросы. И в следующий раз я еще более подробно расскажу обо всем этом. Потому что здесь тема очень широкая, которую господин Уве Бирнбаум затронул. Genau, und beim nächsten Mal werde ich das nochmal ausführlicher erläutern, weil das ist sehr umfangreich. Мы еще будем на эту тему говорить. Это очень важно для инвесторов. Это риски. Это риски, которые надо минимизировать, правильно? Über die Risiken werden wir noch diese Risiken werden wir noch besprechen, weil das sind die Risiken, die genau und die werden wir auch minimieren. Ja. Так, есть еще вопросы? Haben Sie noch Fragen? Не видно. Больше не вижу вопросов. Ну, тогда сейчас, наверное, мы сегодня завершаем. Я благодарю всех, уважаемые слушатели, за внимание. Я благодарю переводчика за тот колоссальный труд, который она провела. Спасибо, доведя то, что я рассказывал. Немножко непривычно рассказывать. Я говорил достаточно быстро обычно. Вот, и поэтому мой ритм сбит. Но я надеюсь, что вам было полезно послушать то, что я рассказывал. Еще появился один вопрос. Да. Тима Нойман, да. И он спрашивает, ага, и еще даже есть третий вопрос. Да. Второй вопрос заключается, какая английская фирма
Вот именно сделала этот анализ на 400 миллиардов. Это фирма. Суд назначила с третьего раза назначила закрытых экспертов. Das Gericht, die Experten vom Gericht, die haben diese Wertung gemacht von der englischen Firma. Но есть еще и так называемые экспертные оценки тоже есть. С ними можно ознакомиться на сайте. Es gibt auch Bewertungen von Experten und die kann man auf der Webseite anschauen. С этим материалом суд не дал возможности ознакомиться с этим материалом. Это было заключение суда. То есть этого нет, да, на сайтах от суда? Нет, этого нет, но его нет, суд не дает, потому что прервали регистрацию. Понятно, да? Регистрацию прервали, чтобы вообще технологию не собрали в виде этого ноу-хау, которое вкладывалось в то акционерное общество. Оно бы сразу стало бы должником 27 миллионов фунтов. Genau, das Gericht in London hat diese Unterlagen nicht ausgegeben, weil die Registrierung nicht abgeschlossen war. Die wurde doch umgeleitet auf die Insel, Virginia-Insel. Переходим к следующему вопросу. Да. Да. Следующий вопрос от Майя Эрма. Можно ли вот именно акции, они же в стерлингах, фунт стерлингов британский. Нет, они доллары все. Потому что тут спрашивают, они из 2014 года в фунтах стерлингах, можно их ли в доллары переделать? Они переделаны в доллары уже. Die sind bereits umgewandelt in Dollar. Das ist die Antwort auf die Frage, können Pfund-Aktien in Dollar-Aktien umgewandelt werden? Die sind bereits umgewandelt in Dollar. Переходим к следующему вопросу. Да, да. Also die nächste Frage, die wir поблагодарили за ответ второго вопроса. Die Frage von Slavko, wann kommt Skyway an die Börse und wie werden die Aktien verkauft? Когда на биржу выйдет акции Skyway и как будут продаваться акции? Начну с конца. Продаваться они будут как каков порядок на бирже, но вопрос в том, что, скорее всего, вопросом, как продаваться, по какой стоимости хотели задать вопрос, обычно задают вопрос такой. Ну да, туда ли как будут продаваться, то есть по какой-то... То есть ответ? Я сейчас скажу, вы расскажите это, я потом расскажу. Die Frage wurde folgendermaßen gestellt, wie welche Höhe oder welche Kosten, ja, die werden diese Aktie, über welche Kosten dann verkauft? Jetzt wird das erläutert. И когда, вы понимаете, тут может быть до вас доходила информация, значит, что фактически по бизнес-плану это фактически... Все должно быть готово к выходу на биржу в 2017 году летом. Also laut Businessplan alles muss vorbereitet werden für die Börse, für den Verkauf an der Börse. Kannst du da zum Ende 2017 im Sommer 2017. Но вы же понимаете, что, скажем, это процесс, кто знаком, а кто нет, тогда сейчас будете знать, что IPO, то есть выход на биржу, это достаточно сложный процесс, и не имеет смысла рваться туда и получить сразу дешевое, ну как бы предложение на стоимость акций. Я сейчас объясню, от чего она зависит. Сейчас я переведу. Der Zugang zur Börse, das ist ein komplexer Weg und deswegen, das macht keinen Sinn, wenn man ganz schnell an der Börse ist und bekommt man zu einem billigen Preis diese Aktien. Это jetzt wird erklärt, warum. Да, это равносильно тому, что я, например, задекларирую, например, на чемпионате Европы, что я прыгну на 2,5 метра, IPO, да, что я задекларировал, что, и выхожу теперь на соревнования, а сам прыгаю на 1,50 м только. Das wird genauso vergleichbar sein, wenn man zum Beispiel an einem Wettbewerb teilnimmt und man hat es registriert, man springt über die Höhe 2,5 Meter, aber die Fähigkeiten von mir sind nur 1,5 Meter. Так и здесь, в любом проекте, в этом данном конкретном проекте на IPO имеет смысл и целесообразно выходить тогда, когда идет сертификация и уже
идет, как бы стоимость акций, она капитализируется больше. То есть капитализация акционерного капитала идет более мощно. За счет чего? Идут проекты. Das macht mehr Sinn, an der Börse Aktien zu verkaufen, wenn schon das Projekt zertifiziert ist. Die Rentabilität ist viel höher. Поэтому очень важно то, что мы выступаем на Innotrans 2016 в Берлине. Das ist sehr wichtig, dass wir an dieser Ausstellung in Berlin 2000, im September an der Ausstellung Innotrans teilnehmen. Идет полным ходом проект, пилотный проект в Австралии. Первый проект. Das erste Pilotprojekt läuft bereits in Australien. Реальная транспортная трасса, да? Подготавливается в Эстонии, в Таллине, например. Мы готовим тоже одну небольшую трассу. Die Trasse, die wird auch in Estland, in Tallinn bereits momentan vorbereitet. И так далее. Еще 12 работ, которые находятся как бы на различных стадиях подготовки. Und es gibt noch 12 Stationen, 12 Vorbereitungen. Но все зависит от того, как процессы идут на экотехнопарке. Поэтому это существенный первый и самый важный проект сейчас. И от него зависит то, с какой стоимостью могут быть, скажем, в дальнейшем рассчитывать. То ли это будет один к одному, то есть акция 1 доллар, а найм там будет 1 доллар. Но я думаю так, что навряд ли, потому что к тому периоду, если это будет 2017 год, стоимость будет, ну, скажем так, 1 цент, 10, 15, 20 центов. 1 цент, 10, 15, 20, да? 10 или 15, 20. Может быть 50 центов. Все зависит от того, сколько проектов к тому времени будет. И тогда мы будем решать всеми акционерами, выходить на биржу или не выходить. Das ist sehr wichtig momentan, dass das Ecotechnopark aufgebaut wird. Das ist der Hauptpunkt, die Haupttätigkeit momentan. Und wenn das schon ausgeführt ist, dann wird eventuell so sein, dass 1 Cent von der Aktie gleich 10 Cent oder 15 oder 20 Cent. Und dann werden wir gemeinsam entscheiden, gehen wir an die Börse oder nicht. Я надеюсь, что ответил, но мы на эту тему еще будем с вами говорить. Я понимаю очень хорошо, как бы, инвесторов, что очень важно знать, но... Лично я, что касается меня, я инвестирую сегодня в ближайшие, не менее чем в ближайшие 5-10 лет. 5-10 лет. Zum Beispiel, ich investiere für die nächsten 5 oder 10 Jahre. Потому что я, ну, я знаю различные проекты, и каждый проект капитализируется от 3 до 8 лет примерно. От 3 до 8 лет капитализация проекта происходит. Ich kenne verschiedene Projekte und diese Projekte, die werden ihre Rentabilität nach 3 beziehungsweise bis 8 Jahren erreicht werden. Поэтому на биржу можно выйти, вот, ждать как акция отреагирует, как биржа отреагирует. Это, знаете, как гадать на кофейной гуще сегодня. Можно прогнозировать, но это вопрос такой. Дело техники, методики. Wir können schon an die Börse gehen, aber wenn wir an die Börse gehen und wann und wie, das ist so eine Prognose zu stellen, das ist genauso wie Kaffeebohnen, diese Wahrsagerei, deswegen das momentan ist noch nicht so die Frage hundertprozentig, kann ich diese Frage hundertprozentig beantworten. Так, еще последовало два вопроса от Тима Неумана. Es gibt noch zwei Fragen von Тима Неумана, und zwar, wie lange kann man als kleiner Investor investieren und wann soll der Ecopark fertig sein? Да-да, я просто читаю, чтобы они поняли, что мы уже здесь находимся, да? Значит, как долго можно инвестировать, ну, клиент инвестор это маленький, небольшой инвестор, инвестор, и он сразу же задал вопрос, когда будет готов экотехнопарк. Он должен быть, вы понимаете, значит, в эксплуатацию он должен быть сдан в 2017 году. В эксплуатацию, то есть уже... полную, да. То есть betriebsbereit, das wird schon komplett vollständig im Jahr 2017.
Но маленькие инвесторы этим делом, жизнь не заканчивается у маленьких инвесторов. Ведь впереди уже не в 2017, а уже в 2016 году целый ряд, к концу года будет целый ряд проектов адресных, которые тоже можно инвестировать за конкретные проекты транспортных трасс. Aber das ist noch nicht das Ende für kleine Investoren, weil es gibt so bestimmte auch Projekte für diese kleinen. Но это отдельная история. Я понимаю господина Нёймана, что да, действительно, будет построен и сдан экотехнопарк, и пойдут все остальные. Тогда можно будет фокус инвестирования перевести на адресные проекты конкретных строительства, конкретных трасс. Это правильная стратегия. Und dann, nachdem schon Ecotechnopark fertig ist, dann kann man in diese so bestimmte Straßen, bestimmte Stationen dann weiter investieren. Na, дальше вопрос. Da kommt noch nächste Frage. Ich möchte an InnoTrans 2016 teilnehmen. Ist das offen für alle oder nur für Aussteller und Partner? Вопрос по поводу выставки InnoTrans 2016. Открыта ли она для всех или только для партнеров и для тех, кто вот других фирм? Или для всех? Все ли могут? Я понял так, что мои коллеги купили билет, он открыт сейчас для всех. Причем сейчас в интернете билеты значительно дешевле, чем их покупать там на месте. Ich habe es so verstanden, dass momentan auch meine Kollegen, die haben die Tickets gekauft und das ist momentan für alle offen. Und online, das ist natürlich günstiger, als wenn man vor Ort kauft. Das ist auch dann ein Punkt. Коллега ваш из Штутгарта, Ирина Остерлайн, она, по-моему, купила даже уже билет и сообщила нам, что абсолютно свободно можно покупать билеты. Auch Stuttgart-Teilnehmer, die haben schon die Tickets gekauft. Да. Так, есть еще там вопросы? Нет, больше нет вопросов. Последний. Кто-то... Данке. Спасибо. Так, Данке, большое спасибо, уважаемые коллеги, инвесторы. Меня радует то, что ваше как бы сердце тоже обращено к технологии Skyway. И я повторю еще раз свое. Я желаю вам, чтобы это стало вашим таким, ну, как бы, делом чести. Вот. И я глубоко уверен в том, что эта технология будет внедрена, и мы с вами будем ездить. И самое главное, что наши потомки будут ездить на тех трассах, куда мы свою душу и свои инвестиции сегодня вкладываем. Желаю вам всем успехов. Еще раз благодарю переводчиков. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und alles Gute auch für die Zukunft und vielen Dank, dass Sie widmen sich auch diesem Projekt und dass das Herz für dieses Projekt auch schlägt. Und wenn diese Technologie richtig dann umgesetzt wird, das wird auch für unsere Kinder dann auch bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank. Благодарю тоже за внимание. Dankeschön.